наконец-то пересекли границу. Теперь в Польше находимся. Это заняло с часа до 15, то есть 12 часов. Слава Богу, наконец-то добрались. Не 12, 22 часа. Рава Руська. Здесь сразу за границей волонтерский пункт, где можно и покушать. Разная хорошая еда и горячая. Туалеты здесь есть. Полиция, одежда какая-то. Даже коляски можно взять. Кому надо для детей колясочки. Ну и много другого. Не знаю даже что. Значит, хочу важную информацию сказать, что на границе можно бесплатно оформить зеленую карту, ну, страховку, в общем, для транспортного средства. И украинские таможенники, даже польские пугают, что там ужасные очереди, не знаю. Мой брат проходил, не было очереди, и я прошел тоже. Буквально это заняло, ну, 20 минут, столько же, сколько заняло бы и платную страховку сделать, а стоит она на один месяц, ну, порядка $40, насколько я знаю. Вот, немножко сейчас отдохнем, перекусим и дальше будем двигаться, чтобы найти место, где бы нам отдохнуть от дороги. Скоро уже и переночевать получается. Слава Богу, что удалось это сделать, и уже даже как-то легче, потому что никуда уже не надо сейчас прямо спешить. Спасибо, друзья, что вы с нами. Пусть Бог благословит.